Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Елена. Сегодняшняя наша тема – топ-10 мужских ароматов. Итак, начнем. На 10-м месте древесный удивительный аромат Eccentric 04 от Eccentric Molecules. Несмотря на то, что им могут пользоваться и мужчины, и женщины, я отношу его к мужским ароматам. Помимо всех прочих ингредиентов, которые здесь находятся в этом парфюме, здесь также присутствует марихуана. На 9-м месте свежий, энергичный и динамичный Invictus от Paco Rabanne. Мне также нравится очень его флакон в виде кубка победителя. Замечательный парфюм. На 8-м месте привет из 90-х. Темпераментный, знойный, свежий и пылкий Эгоист Платинум от Шанель. Для уверенных мужчин замечательный аромат, я его просто обожаю. На 7-м месте свежий цитрусовый аромат, очень чувственный, Gentleman Only of Fresh от Givenchy. Потрясающий парфюм. На 6-м месте древесный, дымный, сочетание золы и специй Tom Ford Нуар антрацит. Очень таинственный аромат. Удивительный. Таких я еще просто нигде не слушала. На 5-м месте древесно-мускусный аромат. Интересный флакон. Voyage Eau de Parfum от Hermès. Его можно заполнять, когда он закончится. Интересный флакон. На 4-м месте мужественный и стильный Jimmy Choo Man Intense от Jimmy Choo. Он меня просто покорил. Очень мужественный аромат. Замечательный. На 3-м месте древесно-пряный, нестандартный и удивительный аромат Allure Homme Sport Eau Extreme от Chanel. На 2-м месте древесно-шипровый и свежий аромат, чувственный запах благородного мужчины. В Израиле его называют одеколоном руководителей. Это Terre d'Hermès Eau de Parfum от Hermès. Обычно его флакон всегда прозрачный, этот просто коллекционный флакон, он такой металлический. Видно все как в зеркало. И на 1-м месте брутальный, дикий, уникальный запах настоящего мужчины Sauvage Eau de Toilette от Dior. Потрясающий аромат, очень мужественный. Очень его люблю. На этом все. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Пока-пока.